Безумие начинается, по-моему. Да-да-да-да-да. Господи, ну здесь развилок. Ядрить, коптить. Надо будет вот эту тачку взять. Определенно. Я ее видел в трейлере, поэтому не удивляюсь тому, что она вообще есть. Че это? Клуб фанатов самих себя, что ли? Ну, отлично, теперь я на квадрике. Ну ладно, какая разница. Все равно всех вздрючим. Тут только один чувак на мотоцикле, а нет два. Вот вам и квадрики. Это было жестоко. Это что такое? А, побежали в ужасе, понятно. Ну да, правильно делаете. Один только соперник остался. А нет, не один. Все на месте. Тихо. Спокойнее. Да, квадрик, конечно, побешеннее, чем мотоцикл будет. Тут наполовину автомобильное управление, наполовину мотоциклетное. Да, мировой рекорд 2 секунды. Да. Где транспорт-то, алло? Мне еще грузоч нужен, все-таки. А то, иначе, зачем он здесь стоит? Довольно экстремальный способ посадки в автомобиль. Довольно экстремальный автомобиль. То, что нужно. Кузов не управляем, да? Понятно. Ой, зря ты, парень. Ну сейчас пойдет жара. Идет выезд-то, ё-моё. Так, я под этой штукой проеду. Кое-как. А вот и шоссейка. Что там, кровище на моем грузовике уже присутствует? Давай, переезжай. Ну что ты как этот? Как не родной. Немножко экстрима.
Да-да-да, именно так. Ну что поделаешь? А ты? Думаешь, ты большой? Ни хрена, я большой. Ну давай, давай, взрывайся. Это не за мной? Ну ладно. Правильно, я же ничего не угонял. Упс, тачка-то горит. Как ни странно, вот это, а не вот та. И долго она так будет гореть. Она горит и не взрывается. Чё за пипец здесь происходит? Ну, я не хотел, я просто не вижу ни черта. Не, она потухла, да ч... Как так можно-то меня расстраивать? Чё она потухла? Давай взрывайся. Давай взрывайся, скотина. Менты сейчас ко мне сами под колеса лезть начнут, да? Ну, в этом я уж точно не виноват, извините, господа. Нужны повреждения, как в бёрнауте, когда я сажусь на этот грузовик. Срочно. А то крыша что-то не гнется, понимаете ли. Это меня расстраивает. Да, попадите по мне, попадите. Ты совсем камикадзе, что ли? Эй! От машины немножко ничего не осталось, парень. О, вот это было мощно. Вот другое дело. Я надеюсь, это потухнет или как? Твою налево, не потухло. Ссаный грузовик, вроде такой большой. Главное, колеса не загорелись, а вот движок загорелся. Интересно. Ты скоро в Тревора превратишься, придурок. Особенно в этой одежде. Что там по гребаным акциям? Заколебался я уже что-то. Дорожает, но все равно херня какая-то. Короче.
Ты все своим байком, блин. Байкер тоже мне. Зато в новой одежке. Их хотя бы одевать не приходится. В этой игре. Есть предложение. Жду на пирсе Дель Порро. Окей. Что там, грабануть кого-то? What's up, man? Sit down and face forward. Now, I don't have a lot of time. I know you need money. Did Michael tell you about Life Invader? Oh, shit. Y'all two did that? Look forward. We're two strangers having a friendly chat. And don't pretend that you liked Jane Norris. Oh, man, I don't know, homie. I mean, yeah, the dude outsourced work to child slaves. Then stole and sold everybody's private information. And even ripped his own friend's ideas off and walked around like the Messiah while doing it, but... Man, I don't think the nigga deserved to have his fucking head blowed off on TV. Oh, well, aren't you just a moral majority? You know, that's why the world is the way it is today, when a paid thug gets all namby-pamby when someone asks him to act like a paid thug and for a good cause. Man, check this out, homie. I like blowing motherfucking fools' heads off just as much as the next psychotic asshole. But I just don't look at the shit as doing a good deed. Well, now you can, because it's not fools' heads, it's assholes' heads. And not just heads, you know, trashing cars or planting lies, forging evidence, anything we can do to take the battle back to these turds. You know, we'll fix the market in our favor and we'll right a few wrongs while we're at it. Shit, okay, cool. Right, so, you heard of Mollus? Hell yeah. Okay, so there's a new Mollus, sort of a super Mollus, and it's called Priapulse. It's giving the living rigor mortis. Only Brett Lowry, CEO of Bilkington Research, paid off the FDA. And he doesn't care that his hardness pills are giving desperate middle-aged men the world over heart attacks. Oh man, that sucks. Yeah, it does. Now, Mr. Greedy Lowry is staying at the Von Krastenberg Hotel in Richmond. Of course, he'll be well protected, but if he goes away, then America goes back to using Mollus, and Beta Pharmaceuticals gets a big bump in the price of their stock. Damn, man. All right, fuck it. I got you. I thought that you would. Now, consider using a sniper rifle or sticky bombs. You know, whatever. Do it your way, however you want. I'm gonna make the investment. We don't speak about this or anything. Now walk away, and I'll stay here till you're gone. Я вас понял, господа. Где там, что там? Чё, нету, что ли? Я что-то не понял. Animal. Bullhead. Конечно, нету, блин.